Ну что, дорогие товарищи, у нас Deep Rock Galactic. Я тоже записываю их, стримит, поэтому у нас полный комплект. Инженер, бурильщик и... Но не обе. Сейчас будем бурить необъятные пещеры своими маленькими кирками. Ну почему маленькими? У меня большая кирка. А у меня с вибратором. Чтобы лучше. Как ты думаешь, нам на станции нужен свой джип? Так, что-то у нас... Во, надо мочить. О, уже что-то прилетело. О, там вот. Я забыл, на какую клавишу включать ботинки-то? На С. А, на С. Так, мул. Coordinates downloaded to scanner. А это вообще стиль, да? Что это такое? Ой, ни хрена себе. Rock and stone. Это у меня тут большие злые. Да, у меня тут тоже сверху глиф. Ой, ёкарно. Блин, я буду запить сюда надо. Ни хрена тут сверху народу-то. Так, чё так много до тех? Чё-чё-чё-чё? Опа, полетели. Удачно. Так, мне нужно верного друга добыть. Так, тут сюда. Да-да-да. Красавчик. Куда? О, я нашел нитру. Отлично. Ты эти... больше фонариков, это сейчас сдохнет. Золото. Так. Давай. Твою мать. Bunch of slowpokes. Ha! One sentry gun ready to be built. Sentry Reloading. Все потому что мы банда. Ага. Так, что-то у нас. Так, вот у него еще нога. Right so еще какая-то нога, да? Еще где? Одна, вот почти собрали. Flat! Последняя осталась, походу. Молодец ты. А что-то на... Ага. Well done. А, это твой Стив. Блин, я по твоему Стиву выстрелил. Как? Извини, я тебя поглажу. Хороший. Ну прости. Да вот не обичу. А где тут выход вообще? Что-то я потерял. А, вон там вот эти. Блин, а как мне потом пойти? Так, где твоя нога, блин? Ёк, ну бывай. Так. А, вон там всё. Вот тут вот как раз. Сбился. Так, вот еще одна нога. Ага, да.
И там наверху еще было. Но больше не надо. Ощущение, что этот маленький подстрел. А этот синий, эти синие грибы. Что-то мы быстро уже. Можно вернуться к десантной капсуле. Что, что ли? Да. О, вот. Там золото. А что так быстро миссия? Я первый раз вижу, чтобы так быстро миссия проходилась. ДРГ. Но это не миссия, это еще не проходилось. Тут золото, то есть это сахарочек. Что-то он слишком вкусный, я почти все сожрал. Не, это не миссия прошлась, это еще только... А только ну, этап. Как... Только этап. Сейчас еще защищается только рейд. По этапу пойдем, да? Ой, по этапу пойдем, да. Пам-пам-пам. Сейчас отсюда еще полезу всякие твари. А ты нитро собрал, кстати? Да, я вот сейчас Молли хочу позвать, чтобы ей отсыпать нитры. Набирай, я тут дырку прочистил. Мимо высыпал. И пойду посмотрю, что вообще творится. Очистил дырку своей киркой. Ага. Решил, так сказать, пещеру девственности. Что это у нас такое? О, у нас сейчас тут... Слышу пароль. Я вижу апельсин. Ой, блин! Я как-то очень удачно... Чёрт! Нет, я не умру. Не так быстро. А, ты тут? Да, я к тебе пришел на подмогу. Не, все сделал там, да? Собрал? Ну, чисто. Ну, вроде там, да, я золото я вроде собрал. Супер. Больше ничего особо не видел. Ай-яй. Centrigun needs assembling. Rock and roll! А Стива я могу сделать. Блин, тут эти... Сопли свисающие. Ты вообще ужас какой-то. Да, непонятно, что такое, куда это. А вон. О, там здоровяк бежит. Ай, да, вижу. Уже не бежит, да? Ой, ого. Что у нас по карте? Вон в другую сторону надо было идти, ну ладно. Что за звуки, как будто кто-то копает? Это тут ля летает, которую надо завалить. А? Где мы тут? Внизу взрывные эти охрени. Oh. Okay.
красавчик убил. No flares ready. Flares up. О, супер. Так, что у нас по плану? А, нитро. Нитро. Целая гора. Ух ты, меня этот схватил, как он называется? Я понял. Патронов нету. Блин, я упал. Ой, что-то как-то ситуация выглядит не очень приятной. Ситуация внезапно вы... сейчас я... скверный оборот. Да, сейчас я тебя подумаю. Давай, я пошел вниз, спасай меня там. Ой, я тут просто бегаю, потому что у меня патронов нема. Понял. Я просто упал. Блин, да у меня тут. Да у меня тут патроны закончились. А все. Я там послал эту самую. Бегаем по кругу. Ага. Так, перегерим это себя, да? Ага, все. Подобрал? Нет, не подобрал. Сейчас подберу. 3-2-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 
Так. Так, Стив, иди ко мне. Так, пошли. Нет, я не тебе, я этому Стиву. У меня теперь новый друг. Мы не вдвоем. Не в одиночестве. Вонище. Ага, не говори. Кто навонял? Хорошо. Я пойду еще одну таблеточку приму. Ага. Так, где-то здесь была нитра. О, смотри, там этот чувак бегает. Ну, в смысле, не чувак. Это... Глиф-хранитель вот этот, который. Да, это усилитель. Молодец, молодец. Так, что больно. Так, этому, может, не надо было, он просто ходит и... Во. Так, посмотри, это десантный капсул, который мы вернем. Давай, вот нитро, кстати говоря. Ой. Ай. Я разный шароплюй. Ага. Так. Так. Что происходит? Что там все взрываться начало? Не взрываться ничего. Там это... А там гриф подавитель. Да, это дредноут. Надо им попу. Тут, кстати, этот Сахарок. Иди наверх. Кстати, я тут не трогаю. Да я бы здесь сам. Ладно. А там без тебя не обойтись. А сверху где? Чего? А, понял. Ай, не... Что-то тут как-то... Все, я нашел, да. Все сложно.
вертикальные пещеры, это такое. You're cute, but you're dead. Весьма интересно для обычного человеческого восприятия. Так, где Молли? Бляха-муха, я чуть не нажал, удерживайтесь десантной... возвращайтесь в десантной капсуле. Последнюю секунду отменил. Ничего страшного не произошло, все равно бы нам нужно было просто это. А Молли там с тобой гоняет? Нет, со мной, Стив. А где же Молли? А ты Ctrl, Ctrl нажми и увидишь. А вот он. За тобой бегает. Это ты, она тебя выбрала, а ты не, даже не замечаешь. Назойливая моль. Мочить надо. Вот она. Да. О, свет, это хорошо. Там был, наверху не было. О, Ника. Ой, полезли онлайн. Полезли эти твари откуда-то. А блин, мне надо к кораблю добежать, у меня патронов осталось. Вообще почти не осталось. Бля. Вау, бляха-муха. Я пошел в десантной капсуле. Давай. Держитесь там, хорошего настроения вам, всего хорошего. Как обычно. Ой, черт, я сам себя в ловушку загнал. Ладно, все, плохо. А, блин. Ай. Steve was something special, I feel. Fuck. Steve will be the... Platform's place. Ты представляешь? Да. Это Стив. I made a platform. One platform, ready to use. А вот эту тварь надо прикончить. Over here by the marker point. Не успел, не успел. Так, посмотри, тут еще есть что интересное. Вот, вижу. И там наверху чуть выше. Иди наверх, туда, да? А я здесь. Мне тут помогли немножечко. Так, а здесь сверху что? Что-то я не вижу. Ну та же проба. А, не, я тебя просто указываю еще выше, я думал, там еще что-то выше. А, ну я просто наверх показал. А вон там вот. Вот ты. Faster, lead down. Eat this, you bastards. Да. Есть еще что интересное собрать? А, вон назойливая моль, вот она летает. О, тут еще система пещер неисследованная. Отлично. Это я тебя слышу. What's this? Оу. Бонусы такое.
О, нитро! Молли! Значит, два плана дальше. В другую сторону. Вот, вот, вот этот надо убивать. Убили. Так. Red sugar. Угор. А, нам в другую сторону, да. Нам туда. It's a mystery to me how all these minerals fit inside. Rock on the stone. Насойливая моль застряла в текстуре. Осторожно. Это же можно петь, типа. О, а это что у нас тут такое? Слева. Ой. От тебя, осторожнее. Офига. Ай, откуда он вылез? Из каких текстур? И куда исчез? О, к нам гости. О, этот мой, этот мой. Привет, Стив. Ой, ой, ой. Что это? Что это? Блин, ни хрена не видно, что очень лазер. Интересно. Что? Это у тебя там какая-то лазерная пушка? Да, ну там тремя полосками. Ну или одной. Адидас? Ну у меня адидасовская модификация, да. Нам сюда. Follow my lead. Yeah. А я просто рядом с тобой расширяю сразу тоннель. Угу. Дело хорошее. Ой, ой, ядрит маны, ядрит маны. Черт. Черт, побери, да? А, черт, я походу с вами синхронизировался. Ёпарасота бесит. Что это значит? А, не, нормально, фу. Ну то есть, я в какой-то момент не видел, что происходит. Потом. Растинхрон, ну, типа. Да. А потом внезапно ты появился со светом и. Ну, походу, все. Как бы. А. У нас осталось только моль загасить. Да, моль еще две штучки. Но это можно сделать уже после. А вон там летает. Вот и как раз таки две. Куда полетела тварь? Так, а? И еще одна осталась. Так. Вот там. Кроп еще рядом с тобой. Где-то она летает. Ага, вот она. А вот и ты, да? Rock on the stone. Rock on the stone. Так, а это что за ящик? Это дополнительное задание, что ли, какое-то? Нет, это как раз таки сейчас нужно отправить эту самую моли сюда. Когда может закажем припасы еще? Да-да-да, обязательно. Тут надо немножечко подправить ту самую. Так, главное, прям на голову не закидывать. Ты, кстати, можно прямо уже сейчас отправлять, и ничего страшного не будет.
The mules are heading back. Follow them and let's get that drop pod fixed. Remember, you can always deposit on the side of the drop pod. When resupplying, remember to share with your teammates. All mules secured. Now to get the pod working. First, establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. Sentry gun needs assembling. I'm taking some of the ammo. Yeah. Так, у нас. А, что-то у нас камни. Нет. Не так уж много нитро, кстати говоря. Как ни странно. Ну вот да. Это да. Ну сколько у нас нитро-то? Все что ли? На один запас всего. Вроде столько нитро таскали. О, нитро. There is nitro over here. Куда пошел? А? А вот тебя нормально все тут? Слышь какие-то да. Звуки странные. А, это иди. Все, еще на один запас нитро у нас есть. А, бля, помогу. А это извини. Сзади, сзади этот, как его? Дредноут. Дикоя! Почти как ты, только в конце приставка ноут еще. Ноти. Клиффин Уоттен даун! Так, я хочу вот эту вот спилить. Вот эта мушка мне совсем... Такая... Торговица перекрывает. Привет. Привет. Собакин. Да блин. Что, я завтра буду делать тормоза. Жди запчасти сегодня. Есть, завтра все это быстренько. Часок управится. Завтра придется встать очень рано. Платформ оп! Дело хорошее. Не тоже. Ну, не очень. Платформ! Ну мне тоже не очень. Ну как бы сам понимаешь, 12 дней это рано. Дело понятное. Ready to kill some more. Дело ясно, обычно 5-6. Все. Так. Я подготовился, в общем-то, как бы крышу делал, они по этой платформе не должны бегать. Все. Ну, я пока не буду брать. Еще одну будем заказывать капсулу? Да, заказывай сразу же. Нам же, в принципе, нитро не нужна, правильно, с собой. С собой нет. Так. Пойду сюда тогда. Ладно. На открытую местность, так сказать, чтобы можно было вокруг еще что гонять. Ну все. Опа. Собрались. Я ремонтирую, но не до конца. Сейчас будет жесткая нарезка полов. Угу. И смешная. Цвет. Камера. Мотор. Так, куда поставить это? Чтобы не было мучительно больно. Наверное, сюда все. One sentry gun ready to be built. Armed and ready. А, ну что, отличный план. Поехали. Отличный план, чтобы умереть. Да, Rock and Stone.
Rock and stone! Эй, не надо. Ой, что ты делаешь? Извини, я думал, это личинка, а это его лапа. Oh, yeah. Прости. Uplink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone, or we will lose the connection. We only got one shot at this. Вот здесь такой летает, а? Некрасивый. Нехороший. Don't let it track you! Воу. Triangulation at 50%. Time for a light show! From A to D, skipping B and C. Yeah. Так, ты не крутись там. Там побыстрее надо. Here's something for you to play with. Triangulation at 75%, almost there. Свет. Let there be light. I may never turn my back on you again. Ладно, это не через меня. Lightning! Давай, что-то медленно. Reloading! Все, можно уходить из круга. Мне соединить надо с чем-то. Да, с этим у нас. Я вниз спустить надо лучше. А, ее можно прокопать, и она вниз упадет, да? Да. Дабы как-то подняться. Ай, ничего, кроме баба не воняло. Тварь. Главное, чтобы на меня не упало. Да. Прямо она, по-моему, прямо над тобой была. Так, с чем соединяем? Тут я понял. Давай развванивайся, блин. Platform's placed. Platform. Вот он такой. Charge cable plugged in. Prep the fuel cells for charge sequence. Разве не прописька, да? А вон там вот как-то бегает сверху. Septic spreader, right there. Light is up. Блин, разбегался, а? Собакин. Так, окей, сейчас я тут немножечко намахинирую, чтобы было мучительно хорошо. Туман немножко мешает. Так, а тут у нас делаем. Out of ammo! Так, возьму патрончики. Getting more ammo. Much better. Eat it! I made a platform. Да,
нормально. Поползли, поползли, толпа целая. Да. Лутбаг лутит! Да где фарасы ты? Вот это я упал неудачно, а? Там живой? Ты где вообще? Ты? А, вон там. Да, все нормально. Я просто гранату бестолково скинул, получается. Сейчас придет толпа. А. Ну, я им тут наделал этого самого. То есть этим пенобластом наделал им путей, так сказать, и они, видимо, кое-где не могут ориентироваться, как им лучше идти. Так. Ну, типа, тут же условие, что если они могут другой путь выбрать, то они будут обходить. Ну все, наверное, все, хватит. Все, все, я готов. Хватит запениваться. Походил, что смотрел, что собирать идти, чтобы нитры набрать. Но, увы, много не набрал. One sentry gun ready to be built. Mining is ready to shoot. Good thing we're dwarves. Ну все, это последние нитры, на которые мы можем делать. Может, на торгу посмотреть, может, где-то есть. А я посмотрел уже, нету нигде. Sweet. Только совсем вглубь идти. Ага. А это может быть чревато, да? Mm-hmm. Так, ну все, я готов. Сколько у нас? Три. Так, у тебя два и у меня два. Давай я под бери, это бери. Сам. И ты тоже бери, у тебя тоже на два деления патронов. Да, мне потому что дробовик в основном закончился, я еще этот попозже. Ну, давай, да, не это самое, не жмоться, потому что в процессе боя. Не жмат, жмяться. Не жмяться, да, в процессе боя будет труднее взять что-либо. Хорошо, не буду жмется. Все. Smooth. Понеслась? Да. Еще под трубом. Давай. Fuel cells charging. Stay close to keep them operational. We're expecting an increase in hostiles. Куда давай? Сюда, сюда. Оставь еще. Guys, are you blind? Look over here. Куда, куда? Dive on field. Так, а вот твой. Куринку надо забрать. Прямо здесь я. Опа, сзади, сзади, сзади. Я построю тут. Oh,
мясо пошло, а? О, все, отлично. Теперь надо продержаться полторы минуты, если надо, подзаряжайся. Нет, мне вроде не надо. А? Ну, где там кто-то здесь? Все, идем нахер отсюда. Корабль? Да-да, все, уходим быстрее. А вот со стороны подзарядки, вот сюда. Вот сюда давай. Yes. Ну что, круто? Да, пошли, и все по одному разу упали. И то так внезапно достаточно. Да, вначале было что-то как-то. И что, даже 2 часов нет? Ну, в смысле, у тебя там 3? Да, у меня 3. О, я 2 раза упал, ты 1. Ты потому что же поднялся, а потом еще раз упал, чтобы я тебя поднял. Ага, ну типа того, да. Это был прыжок веры. Ну что же, дорогие товарищи, спасибо, что смотрели, лайки, подписки, все дела, и обязательно заглядывайте в описание, там ссылки на наши дискорд-сервера, Home Old Russian Fleet и дискорд-сервер Кооператив Дружба, на котором мы играем кооперативные игры, как, например, сейчас, и, в общем-то, всем респект, пожуха, и, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре, всем пока-пока.